газобаллонный пистолет с блоубэком Umarex P08. Интернет-магазин «Попади в десятку». Это копия легендарного немецкого пистолета Luger P08. Накладки его рукояти пластиковые, остальные детали сделаны из металла. Собран пистолет довольно качественно и выглядит прилично. Мушка и целик у этой модели неподвижные. Для первого выстрела из пистолета нужно будет передернуть затвор, а без пуль в магазине он встает на затворную задержку. Кнопка извлечения магазина находится на левой стороне корпуса. Также с левой стороны расположен предохранитель. Стоит сказать, что механика работает у пистолета хорошо, ничего нигде не заедает. Затвор оттягивается с нормальным усилием. Спуск нажимается приятно и плавно. Детализация пистолета хорошая. На рукояти есть даже элемент для стыковки пистолета с прикладом. В комплекте его, к слову, как вы заметили, нет. Еще одна хорошая особенность этой модели – это то, что при движении затвора движется и ствол, совсем как у боевого прототипа. Есть здесь и проушины для ремня. В магазин вставляется один баллон с углекислым газом. Сюда же заряжаются и стальные шарики в количестве 21 штуки. Шарики засыпаются в специальное отверстие, а баллон поджимается с помощью шестигранного ключа, который в комплекте есть. Так как этот пистолет с блоубэком, перед первым выстрелом затвор нужно взвести. Теперь после каждого нового выстрела он будет двигаться сам. Для пистолета с подвижным затвором скорость пуль здесь довольно хорошая. А вот работающий во время стрельбы механизм смотрится просто отлично. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.